Синтез творчества и истории. В музее Ситца открылась выставка авторской куклы под названием «Куклы из старинных тканей». Автор Майя Сысоева привезла в текстильную губернию работы, выполненные с использованием вологодских тканей 19 века. Мастерица имитирует образ архаичной народной куклы, а параллельно воссоздает женские наряды того времени. По внешнему виду несложно было определить, в каком статусе находится дама в данный момент своей жизни. Вот, например, две очень похожие для современного человека куклы – девка и молодуха. Одна еще не замужем, с выпущенными волосами. Другая – первый год в замужестве, и образ ее уже более сдержан. Специалисты нашли в коллекции несколько лоскутков родом из Ивановской губернии. В праздничные дни женщины надевали платья из покупных тканей, например, шелка или набивного ситца. Для повседневной носки одежду изготавливали сами, из холста. Холсты. Но серый холст сам по себе женщине не интересен, поэтому она начинала его украшать. Она украшала его тканым рисунком, это ремизные ткани, представлен целый стенд таких. Браное ткачество, когда декорировалось красной нитью, вышивкой. Или же, когда заправлялись разноцветные нити, получалась так называемая пестрить. Конечно же, одежда могла быть декорирована кружевом, сплетенным на коклюшке или связанным крючком.